Милещенко, руководитель IT-хаус БГУ. Встречаем. Спасибо, друзья. Спасибо организаторам и респект вам. Тут много людей собрали, многие даже стоят. Здорово. Значит, да, вот у меня на час было время. Я смотрю, также слоты большие. Я не буду вам читать там доклад. В IT принято более раскованная, более свободная атмосфера, поэтому вообще вы молодцы, с 10 утра сидите, да, тут. Давайте немножко свободнее можете себя чувствовать. Я скорее просто прокомментирую многое из того, что вам говорится, что за этим стоит. Ну и вы тоже не молчите, как на лекции. Задавайте вопросы, можно спорить, участвовать. То есть давайте сделаем такую небольшую беседу. Какой-то мой комментарий, взгляд на ту тему, которая здесь на конференции заявлена. Юрий выступил очень эффектно, я думаю, некоторых напугал, да, по 30 лет. Слушайте, выдохните. Так думает и транзишн. Не все компании IT так считают. То есть, действительно, некоторые компании смотрят, если человек 5 лет в институте слушал лекции, ничего не делал, о чем с ним говорить? Ну, не все компании так считают. Ну, давайте начинать. IT-хаус – это human incubator. Мы выращиваем людей, выращиваем этих специалистов так, чтобы они были адекватны индустрии и могли быть успешными. В основном мы занимаемся стартапами вот в этих областях. Однако для тех, кто начинает, только вступает в индустрию, у нас есть специальный курс, который, на мой взгляд, позволяет за 9 месяцев получить то, что люди получают 4 года в университете. Я об этом чуть позже расскажу. Почему IT вам, наверное, уже многое рассказывали. Все здорово. А вот рост, допустим, даже в США это не так. В США вы часто можете встретить программиста старше 40, даже 50 лет. И многие выходят на пенсию программистом. На первого там пишут. Ну не может же быть менеджеров больше, чем программистов. Да? Индустрия устроилась. А у нас не так, она до сих пор новая. Заходишь в любую IT-компанию, иногда чувствуешь, что не выходил из университета. Сидят те же самые молодые люди. Если вы серьезно, ежедневно работаете, то вполне себе, вероятно, 22 года вы уже и руководите. То есть вы там какой-то тимлид, проект-менеджер. Вы чаще всего будете разрабатывать, но уже и молодыми руководите. И не новость, и часто так бывает, что в 30 лет вы директор. Один из директоров компании. Это хорошая новость для белорусском IT, это возможно. Ну и не секрет, что для многих это часто единственная возможность достойно зарабатывать, там, чувствовать себя как-то в среднем классе. Поэтому в IT идут. А что происходит? Знаете, еще 5 лет назад, даже меньше, там, 4 года назад, программистов не хватало, была программистократия, а молодой человек, который приходил в компанию на первое место работы, садился вот так на собеседование и говорит, ну, расскажите мне про ваш социальный пакет, говорим компанию. А у нас был случай, когда, я на полставки преподаю в университете, был студент, который, я не знаю, как он учился, он просто сам по себе вот умел говорить, такой доброжелательный. Мне кажется, забалтывал просто экзаменаторов. Вот ничего не знаю, он так перекатывался с сессии на сессию. Зимнюю летом сдавал, летнюю зимой. И тут все узнали, что на 4-м курсе Сергей вышел на работу. Тут нет программистов. Он что сделал? Он в социальной сети поставил галочку «Я ищу работу». И указал, прослушал годовой курс Дубнета в университете вот такого-то преподавателя. И в тот же день, он не поставил галочку, он послал письмо в одну компанию. И в тот же день ему позвонили, сказали, мы вас ждем на собеседование. А самое смешное, что на завтра ему позвонили еще из 4 компаний, куда он не писал, и предложили поговорить на предмет работы.
не хватало разработчиков. Многие компании говорили, что берут только каждый пятый проект, который они там лиды генерируют. Некому делать. Все поменялось, друзья мои. Вам не повезло. Что случилось, кто скажет? Почему все сейчас иначе? Почему сейчас здесь люди стоят в проходах, сидят и прочее? Работы нет? Куда она делась? Чего? Нефть подешевела. Ну, много факторов, времени не будем на это тратить. В двух словах, сильно сказался на нас, на нашей индустрии. Видите, все взаимосвязано. Мир глобальный. Боевые действия на Донбассе. Те, кто ориентировался на Россию, у них российский заказчик, там все понятно, как они сейчас живут. Но даже те компании, которые традиционно работают только с Соединенными Штатами Америки, и никого больше у них нет, у них они просели. То есть часть американских заказчиков считает, что Беларусь — это 51-й штат России, поэтому попадает под санкции. Другая часть убеждена, что Донецк — это где-то вот за кольцевой Минска, там, в нескольких километрах. Уж лучше в Малайзию, да и дешевле. И большинство компаний сейчас не испытывают нехватки программистов. То есть рынок просел, и вы, я думаю, это чувствуете сами. Значит, раньше, наверное, не надо было рассказывать, какие ошибки делают в резюме, как вести себя на собеседовании. Вот я рассказал, как действовал Сергей, да? Похоже, это время закончилось. И я следующие полчаса буду рассказывать вам, как на всех вот этапах, какие делают типичные ошибки, как их избежать и получить первое место работы в IT. Вот смотрите, я перед выездом на велосипеде сюда зашел на DevBuy и сделал скриншот. Вот эта колонка – это кого ищет компания, это позиция. Видите, здоровые компании по 100, по 140 человек, никто не нужен. Одна-две позиции. И часто это не джуниоры, или мидл, или синьор-разработчик. Не ищут людей вообще. Нули. Ну, поехали. Значит, вы, ну, большинство из вас обучается в университетах. Ну, собирается поступать, скорее всего, уже учится. Ну, кто учится в университете? Поднимите руку, чтобы я как-то... Все учатся. Значит, главная ошибка, которую вы можете сделать. У меня небольшая нагрузка, коллеги, но вот последние 12 лет я преподаю. Худшее, что может делать студент, это ничего не делать. Вот время идет, я здесь согласен с Юрием, а вы как бы валяете дурака. Что бы я советовал? Пока у вас есть такие замечательные инвесторы, как родители, это лучшие инвесторы, они требуют возврата от инвестиций. Они согласны вас одевать, оплачивать ваши ляпы, кормить и так далее. Вы можете и должны пробовать. Вы обязательно должны пробовать. Ну, вот что такое .NET? Покопались, там, сделали проект, пообщались с людьми. Нет, что-то не то. Java. А может быть, мобильное программирование, Android, веб-дизайн, низкоуровневая разработка, свой стартап. Вы должны попробовать и то, и другое, и третье, и как бы, ну, вот, прислушаться к себе. В какой-то момент... Я думаю, что довольно быстро ваш вот ощупник, вот это здорово, вот этим бы я занимался, вот это у меня получается. Вот драйв, появляется драйв. Там, где драйв, там, где нравится, это ваше. И тогда нужно углубиться. Что значит углубиться? Вот вчера как раз первая партия наших выпускников пошла на собеседование. Мы увидели, что такое профессиональное собеседование. Ну, давайте для примера возьмем одну технологию. Ну, вот .NET. Популярная технология программирования. Спрашивают понимание. В компаниях, особенно на собеседованиях, никому не нужна зубрежка. Как любимый вопрос там, да? Три принципа ОП. Понимание.
Вот вы назвали слово полиморфизм. Приведите пример, где это работает. А какие сложности здесь возникают? Чем вы сталкивались? Сразу 2-3 вопроса и в глубину. И ну, сразу видно, человек понимает или он зазубрил учебник и ничего и сам не мыслит, не может рассуждать. Как же углубиться, да, то есть как подойти к собеседованию? По каждой такой технологии есть хорошая книжка. Для .NET это Троилсон, говорят. Еще можно взять Рихтера. Вот эту хорошую книжку нужно прочитать от корки до корки. От и до, то есть это теория. Но этого недостаточно. Это будет только теория. Практика должна быть. Понимание придет из практики. Что это значит? Возьмите проект сами. Сделайте сами учебный проект. Вот хороший проект на эту тему, на эту технологию, сделайте интернет-магазин. Легко, да? Вот можно зайти на Shopify, посмотреть, как они выглядят. Сделайте на .NET что-нибудь похожее, чтобы было вот как там. То есть авторизация пользователей, там, да? Соединение, сессии, админская часть, чтобы добавлять товары, там, клиентская, чтобы их покупать. Если вы такой проект тянете и можете показать на собеседовании, это уже о многом говорит. Про английский много сказано, я не буду останавливаться. Ну, ваша карьера по-разному сложится, если у вас есть английский там 20 лет, либо если его нет. Это будут два разных пути. Вопрос другой. Как практически его иметь? То есть, что значит достаточный английский для работы в индустрии и как его дотянуть до этого достаточного уровня? Значит, программистам нужен технический английский. Уровень, ну вот intermediate, этого достаточно. Программист может не разговаривать. Главное, чтобы читал и писал. Бизнес-аналитику нужно больше. Pre-intermediate. Это для старта этого достаточно. Как учить? У нас у всех как бы английский есть, да? Там после школы и университета. Как дотянуть его? Хорошая тема. Ну, я вот из опыта рассказываю, и людей, которых это хорошо получилось. Значит, что работает? Работает репетитор. И если у вас не хватает денег, чтобы пользоваться услугами хорошего репетитора в Минске, по скайпу вы легко договоритесь вот с такими репетиторами из Гродно, из Гомеля и прочее, которые за небольшой рейд, то есть они немного в час берут, с вами по скайпу будут заниматься. Второе, хвалят программу Lingvaleo. Она стоит, по-моему, подписка $15. Инвестируйте $15 и занимайтесь по этой программе. Она действительно дает хорошие результаты. Итак, участие в университете. Вот вам программа минимум на 4 года. Не бояться пробовать вставать с дивана и попробовать разные проекты, форматы и технологии. Определить, что вам нравится, и углубиться. То есть от корки до корки прочитать хорошую, рекомендуемую специалистами книгу и сделать ну, такой учебный, но достаточно объемный проект. Дальше, следующий шаг, мы пишем резюме и отправляем его в какую-то компанию. Ну, нет времени у нас, да, и нет формата рассказывать, как это делается. Резюме в свободной форме пишется подробно, это не на полстранички. Я расскажу сейчас только о типичных ошибках, которые делают студенты IT-специальности, которые готовят свое первое резюме. Ну, резюме — это attachment, да? А в самом письме должен быть текст. Что там пишут? Ответ номер один — ничего. Это пустое письмо с attachment'ом. Второй ответ. Я вот серфил по интернету, бац, вижу, вам программист нужен. Дай, думаю, пошлю резюме.
либо вот юмор в этом духе. Значит, достойный кандидат пишет следующий текст. Запоминайте или записывайте. Уважаемая компания, запятая или восклицательный знак. Если вы знаете какая-то компания или знаете человека, тогда обращайтесь конкретно. Ищу работу такую-то. Например, Java программист. Junior Java developer. Потому что резюме часто непонятно, а что же вы хотите. Резюме прилагается, точка. С уважением, Иван Буркин. Как называется и какой тип у файла резюме в нашем оттачивате? Ничего не слышу. PDF. Какие еще версии? CV – это название, да? 40% вот этих файлов, которые приходят к HR, вот здесь вот они были, да? А к ним много приходит, это, ну, 50-100 писем. 40% называются CV. А еще 50% называются резюме. Это для вас оно резюме, единственное. А как она ищет? Она же ищет по фамилии, да? То есть она все в папочку складывает, а по фамилии ищет. Поэтому ее нужно переименовать. А чтобы переименовать, нужно открыть и посмотреть, как вас зовут. Она открывает файл, смотрит, как вас зовут, переименовывает. Файл не сохраняется, потому что он открыт. И вы уже получили 2 или 3 минуса в ее сознании. То есть вы ее заставите переименовывать, да? Ладно. Значит, для тех, кто не хочет настраивать HR против тебя с первых же шагов, называем свой файл обязательно с фамилией. И он должен иметь расширение doc. Иванов.doc. Иванов. Ну вот смотрите, если мы с Андреем вот так сядем, так, то оппозиция, да, не очень хорошо. Лучше немного развернуть. Вот наши точки зрения будут где-то соединяться. Так лучше, да? Все, я когда... Значит, я буду кандидатом, я буду устраиваться на джуниор C++ позицию. И я стучусь и выхожу. А ты в своем офисе сидишь, да? Здрасте. Здравствуйте. Это у вас тут пилоты программистов на C++? Да, на новый проект игровой? Да, у нас. Слушайте, а сколько вы платите денег? Больше, чем Wargaming? Нет. Ничего. А я обрадовался, думал, что тут. Ну, хоть оплачиваете там как-то работу программистов? Конечно. А, ну тогда давайте разговаривать. Почему пришли именно в нашу компанию? Слушайте, ну, крутой игровой проект. Ну, честно говоря, я и по зарплате надеялся, что... Я слышал, вот, когда стартап, да, начинается, иногда там они инвестиции поднимают и, ну, хорошо поднимают по зарплате. Слушайте, а командировки у вас будут? Вот Америка, там, западное побережье, мне больше интересно. Да? Ну, хорошо себя проявите, будут. Ну, хорошо. Тогда спрашивайте. Был ли у вас опыт работы в таких компаниях? Конечно, конечно. Не, ну вы знаете эти компании, да, то есть как они к людям относятся? Это вообще там, вот как шестеренкам, да, вот. И чуть что менеджеру не скажешь, он там сразу не то, не то, не то. Но на самом деле я профессиональный разработчик, и у меня большой опыт. Чем это кажется? Резюме. Можно посмотреть мое резюме. Я участвовал в 10 проектах. И вот C++ просто еще в школе. Еще в школе никто не знал, что это такое, да? А я изучал C++ и вот ООП. Я придумал новую модель даже развития. Это технологии на интерфейсы. ООП – это просто религия моя. Моя религия – ООП. Я думаю, что, ну, вы не то, что не пожалеете, вы увидите, что значит работа с ООП. А чего тогда к нам пришли? Ну, я же сказал, то есть вы делаете новый игровой проект. Андрей, а чего вы одни и те же вопросы задаете кандидату? У вас действительно зарплата высокая? Нет.
А какая? Может, я зря зашел сюда? Как для молодых программистов зайду. Ну ладно, потерплю какое-то время. Слушайте, а вот интересно с питанием обеды. Где обедают ваши сотрудники? Не оплачиваете? Нет. И что вам умереть? Кофе, кулер. С собой, если что, принесется. Ну, понятно, как вы относитесь к людям. Слушайте, Андрей, у меня времени немного, на самом деле. Ну, если какие-то есть вопросы, так вы спросите, потому что я тут проходил, что вам проект нужен. Ну, у нас маленькая компания на 5 человек, небольшой стартап. Хорошо. Мы с таким большим уровнем знаний, как у вас. Вы опытный, участвовали в нескольких проектах. Вы хотите получать заграничные поездки, большие зарплаты, чтобы у вас был хороший соцпакет. Почему вы именно вот к нам пришли? Ну, игры, ненавижу танки. Идите там, в Ubisoft. У меня личная неприязнь к танкам. Едьте там в Питер, в самолеты вступайте. Почему? Не берете меня. Все, благодарим Андрея, он меня не взял. Андрей, ну не убегай еще пару минут. Молодец, выдержал мой напор. Почему ты не взял этого кандидата? Ну, слишком большие запросы для небольшой фирмы в компании. Потому что он должен прийти, он показать, что он заинтересован. Он не должен сразу ломиться за деньгами, он должен ломиться за опытом. То есть интересуют деньги в первую очередь, да? Всякие, ну, развитие там, типа поездки, это, конечно, хорошо, но для этого надо что-то как-то заслужить. А он еще не показался. Да. Как он субординацию поддерживает, уважительно будет к менеджеру относиться, к коллегам? Нет. Не будет. Ну, видно, как сидели. Взевали там, сами пытались на себя делать материалы и все остальное. Хорошо, ты не возьмешь такого кандидата? Нет. Кто-нибудь не согласен с мнением Андрея, считает, что нужно брать такого? Не рассчитаемся потом. Значит, мы его не берем и не будем сами такие на собеседование. Спасибо. Десять минут у нас еще есть. Значит, считается, что хороший кандидат в первую очередь говорит про работу, интересуется ей. На этом, кстати, режутся процентов 80 тех, кто приходит на собеседование. Я хочу быть Java-программистом, я увлекаюсь этой технологией. Компания также, как Андрей, думает. То есть ты действительно увлечен, это классно, когда программист увлекается, ему нравится это дело. Или ты просто хочешь получать заработную плату. За последние пару месяцев какие книги по Java ты прочитал? На собеседование этот вопрос. Какие ресурсы или блоги по Java тебя вдохновляют? В Минске есть два или три Java-сообщества. Наверное, когда ты был на последней встрече, кого ты там можешь сказать, назвать? Кого знаешь? Если звучит нет на эти вопросы, то... Также второе, что опасаются компании, это постоянство. Вот... Было сказано, да, я Юрия послушал, что если компания не дает развития, человек переходит. Ну да, если он там 5 лет поработал, потом еще куда-то ушел. Но если он каждый год переходит, и этим бравируют немного, знаете, выпускники двух факультетов, КСИСа и ФПМа. То есть он и там, и там, и там, они считаются в компаниях такими, ну, немножко заиздившимися. Не бравируйте этим, что мне предложили, я отказал, потом там был. Они думают, ты от нас уйдешь через 3 месяца. Будет ли человек достаточно упорно работать, даже если, допустим, не самый интересный проект будет? И самое главное, не бойтесь и заставляйте интервьюеров давать вам обратную связь. Мне кажется, мы все немножко закомплексованы, у нас вот такая культура. На собеседованиях нам отказали, это бьет по нашей оценке, самооценке. Это совершенно неправильно. Вы не можете с первого раза пройти собеседование. Это такой многошаговый процесс, и это нормально.
Вот я спросил Андрея, почему он меня не берет? И он мне дал полезную обратную связь. Он скажет, ты не знаешь фронтенд, сейчас фронтенд, очень важен, и недостаточно знаешь СУБД. И к следующему собеседованию вы уже подготовите, изучите именно эти технологии. Смотришь, с третьего, четвертого раза получится. Ну и в заключение такой кейс. То есть я говорил, что мы сделали программу подготовки. Мне кажется, она за 9 месяцев делает то, что университеты готовят 4 года. Значит, мы начали с домена healthcare, это программисты, которые пишут для медицины. Вот вместе с компанией Soft, так и называли нашу программу стажировки, Human Incubator. В ней две программы, мы готовим программистов и бизнес-аналитиков, которые к тому же обучаются по IT-healthcare. И выпускники, они зимой, уже этой зимой, 16-18 года, те, кто дошел до конца, пройдут профессиональное собеседование в компанию, даже без рассмотрения резюме. То есть мы берем много людей на эту программу, те, кто доходит до конца, идут сразу на собеседование. Есть еще такой, наверное, есть. Ну, вот мы летом открыли такой курс. Вчера было первое собеседование. Пару человек, к счастью, его прошло. Серьезный был уровень вопросов. Значит, мои какие-то выводы. Вот первые выводы по этим итогам. Главное, мне кажется, недостаток, что ли, да? Вот что затормозит вашу карьеру? Очень сложно встретить обязательность и организованность в нашем обществе. Скажи студенту или любому стажеру, вот к 20 октября пришли мне вот такой документ, а к 1 ноября еще вот это сделал. 90% людей растворится в пространстве. И у нас нет времени. Индустрия, IT-индустрия, она не хорошая и не плохая, она про деньги. Вас воспринимают, вас оценивают с той точки зрения, как вы можете приносить деньги компании. И, наверное, это ваша обязанность, ваш долг, вот этот ваш сложный внутренний мир, в котором вы живете, найти, за счет чего вы можете добиваться результата, развить эту способность. Стать успешными. Спасибо. Спасибо большое, Александр, за такой доклад с элементами мастер-класса. Было действительно необычно. Друзья, у нас еще есть немного времени на вопросы и ответы, поэтому можете, скажем так, растерзать спикера в ближайшие 10 минут. Сейчас будет вопрос, почему нельзя называть CV документом. Я думаю, все это знают. Okay. Хорошо. Вопрос такой у меня. Возможно, он также интересует и других студий. Мне очень нравится моя работа, я не хочу ее основную менять. Возможно ли совмещать основную работу по касательной вместе с, например, программированием? Если мне для моей работы нужны особые программы, которые я смогу сама, к примеру, создать. Возможно, это будет интересно другим. Спасибо. Я думаю, нет. Не идите этим путем и занимайтесь тем, что вам нравится. В конце концов, там будет и успех, и деньги даже. Здравствуйте. Вопрос есть. Вот мы замечательную оценку посмотрели. Увидели на ней, я так понял, излишнюю раскрепощенность. Вот такой вопрос у меня. Собственно, по вашей теме как раз. Мы приходим на первое собеседование. Какими надо быть? Самим собой или же показаться каким-то хорошим? Либо вообще промолчать, чтобы не задеть какие-то интересы компании? Ну да, быть самим собой – это хорошая тема. Вас же берут, да, а не кого-то другого. Ну и вот мы не успели, но по вашему вопросу я все-таки здесь расскажу.
Смотрите, в IT-компании люди приходят ради чего? Я уже сказал, про что IT-индустрия? Не потому, что они нравятся друг другу. Не потому, что у них какие-то общие интересы. Они пришли зарабатывать деньги. И поэтому вся индустрия работает в духе спокойных, доброжелательных отношений, таких как бы дружеских. Ну иначе бы я не знаю, как они работали на личной симпатии или антипатии. Какой самый простой способ запороть себе карьеру? Иметь вот такие неспокойные личные нервные отношения. Психи. Редко бывает, но студенты иногда не справляются, все, на крик срывается. Все. Вам никто ничего в IT-компании по этому поводу не скажет. Вас с вами по-прежнему, в отличие от меня, вас по-прежнему с вами будут доброжелательно, нормально общаться. Вас просто не пригласят в следующий проект. С людьми, с которыми неприятно общаться, которые выстраивают вокруг себя натянутые отношения, какими бы классными спецами они ни были, их не приглашают в следующий проект. Поэтому это ваша обязанность. И начните с резюме. Будьте самим собой и поддерживайте ровное, доброжелательное, деловой стиль общения. Вы говорили, если нету проектов, нужно написать так, как будто вы всю жизнь стремились войти. А что это значит? Ну, более конкретно можно? Я говорил, что в идеальном случае ваше резюме говорит о том, что вы всю жизнь там занимались и стремились вот к этой должности. Но если совсем проектов нет, так не получится. Но нужно постараться. То есть, например, вы идете в Java или .NET программиста. Да? Ну, был курс в университете наверняка. Причем с практикой, с лабораторными работами. Пишем об этом. Вы сами прошли какие-то курсы онлайн или офлайн. Пишем об этом и сверху. И, ну, я бы сам, не знаю, брал бы человека, который не сделал, ну, пусть у него нет практического промышленного опыта, но если он даже учебный проект ни один не сделал, но возникает вопрос. Сделайте этих пару проектов и напишите про них. Вот уже три штуки наберется. День добрый. Подскажите, пожалуйста, я справа от вас. Здравствуйте. Подскажите вот такой вот вопрос. Насколько влияют социальные сети при выборе кандидата? И если там человека нету, или там его запись уже не активна, ну, в течение, ну, 5-6 лет? Спасибо, хороший вопрос. Ну, вот этот вопрос, кстати, коллеги относятся, каким быть на собеседовании, там, да, может, я буду каким-то не таким. Друзья, вы с кем общаетесь? Вы общаетесь с людьми, которые каждый день берут на работу. И у них психология записана, высшее образование. Они профессионалы. Все вот эти вот хитрости, нюансы видятся и просчитываются сразу. Вы еще не пришли, по соцсетям вас пробивают. Они умеют, если у вас есть там какая-то закрытая информация, да, ну то есть там не для всех, для друзей, скорее всего они ее посмотрят. И вот идет вопрос, что человека нет аккаунта. А, вас нет ВКонтакте. Есть, но он не активный. Это была шутка. Это минус. Сразу. Это, ну вот, понимаете, человек должен быть в айтишном костюме, да, и иметь аккаунт ВКонтакте или в Фейсбуке. Если вас там нет, то что-то не так. Ну не то, что сразу там, да, все. Поставили крест, ну что-то не так. И вы знаете что? Вот самое интересное, что это оправдано. Вот я встречалась пару ну, странных, действительно ведущих себя странных людей, их не было в соцсетях. Я сам в IT уже больше 7 лет, но я на соцсети как бы, я спокойно. Ну или зарегистрирован. То есть есть регистрация, но не более... Так. Нормальный айтишник должен быть в соцсетях. Ну, если серьезно, я думаю, что это минус, средний минус. У меня вопрос такой. Есть анкеты на сайтах IT-компаниях, да, есть, вот мы говорили про резюме, которые на всяких сайтах по трудоустройству. Куда больше смотрят
именно свои анкеты, которые ты отправляешь лично на почту, да? Или на сайтах, которые размещают на всякие там на Job to Buy и прочее. HR-у. Значит, действительно, иногда компания создает свою анкету, где нужно там выбрать из списка то, что они хотят. И чаще всего смотрят две вещи. Вот эту анкету, чтобы они хотят понять, есть ли у вас там то, что им нужно, и смотрят резюме в свободной форме, о котором я сегодня рассказывал. Вот поэтому резюме, которое в документе DOC находится, очень много сразу можно сказать о человеке, в отличие от анкеты. Даже как он располагает текст, какие он фразы использует, это уже большой источник информации. Ну что сказать, нужна и анкета, и резюме. Хотел задать вам вопрос. Если, допустим, мы там закончили курсы, как-то обучились, но вообще не берут никак на работу, просто уже там месяц, два, три, четыре, начинаешь отчаиваться. Возможно ли на каких-то там, вот после курсов попасть на какой-то маленький проект из фриланса, что-нибудь такого, или не оплачиваем даже проект какой-нибудь в компании? Спасибо. Ну, знаете, я не думал, как бы пиариться, да, но я посмотрел тут предыдущий докладчик. Ну, я тоже скажу, идите сюда, и вы получите работу. То есть ко мне можно подойти после выступления, мы записываем на программистов и на бизнес-аналитиков. А фриланс, а что мешает зарегистрировать анкету и начать? Многие фрилансеры, кстати, вот многие, знаете, кто классные дизайнеры, с которыми мне приходилось работать, вот самые лучшие, они говорили так, что я говорю, как ты начинал? Он написал на сайте фриланса, что я сделаю ваш сайт. У меня немного опыта, но я сделаю ваш сайт бесплатно. И кто-то, конечно, попробовал это бесплатно. А он хороший парень, он хорошо рисует. И уже сделав пару работ, он сказал $5. Ну, а сейчас меньше, чем за 5000. Зараза такая, он не соглашается. Здравствуйте, Александр, я здесь. У меня вопрос по поводу вашего проекта Human Incubator и IT Healthcare. Вот я, например, врач, закончил медуниверситет, сейчас работаю врачом терапевтом. Умеете программировать? Вот учусь. Ну, бизнес-аналитик. То есть, если я на данный момент не окончил какие-то курсы, если у меня нет навыков программирования, то есть ли какие-то у меня шансы заняться вот этим? Не шансы, а хорошие шансы. У вас же медицинский бэкграунд. Ну, видите, я как бы открыто говорю, да, мы так построили программу, что на самом деле, ну, это не так грозно, как выглядит. На самом деле, человек умеет программировать, мы пишем программисты. Не умеет бизнес-аналитики. Преимущество здесь. Но зачем? Что за этим стоит? Берем почти всех. То есть нет какого-то порога, да, что надо выполнить, когда мы возьмем. Всех записываем. Но дойти до конца сложно. Если я увижу, что у вас серьезная мотивация, да, нас нужно раз в месяц ходить на наши встречи, будут какие-то домашние задания, вы их выполняете, вы растете. В феврале 2017 года я приглашу вас на собеседование. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, будет ли плюсом составление резюме на английском или лучше это на русском делать? Или на обоих? Спасибо. Да, частый вопрос, и я, наверное, здесь еще немножко на резюме остановлюсь. Да, многие пишут по-английски, и, в общем-то, это мало о чем говорит. Может, у вас сосед есть профессор английского языка, да? Ну для чего? То есть все менеджеры читают по-английски. Ну, родной русский, для них русский, там, в нашей стране, да, белорусский. Поэтому, ну, наверное, нет. Если не просит компания сама, отправляйте нам на английском языке, скорее всего, нет. Резюме хорошее, о чем мы уже поговорили, заточено под данную позицию. У вас большущий опыт. Выберите из него только то, что подходит к этой позиции. Ну или хотя бы на 50% так должно быть. И оно еще, знаете, у наших людей есть такое понятие ложная скромность. Нам как бы стыдно писать о том, что был классный проект, что мы такие замечательные, штампы. И крутые программисты часто составляют резюме меньше страницы. Ну, чем-то занимался. Резюме должно блестеть. Не нужно врать вот этот
Salesforce Experience. Вранье не допускается. Но оно должно заиграть так, чтобы вы сами почитали. Вот это да, вот это классный человек. То есть подчеркните свои достоинства. Здесь не нужно этого стесняться. Добрый день. Подскажите, вот у вас фраза такая прозвучала, то, что вместо 4 лет вы за 9 месяцев можете подготовить IT-специалиста. А идет ли это в конкуренцию образованию нашему белорусскому, ну или любому другому? Пока нет. А, ну, есть ли в этом минусы? Такой вопрос. Ну, у меня есть некоторый опыт, да. Я 12 лет преподавал программирование на ФКСИСе БГУИР, на ФПМ БГУ и на ФИТИ ЕГУ, Европейский университет, когда он был еще здесь, в Минске. То есть, мне кажется, я из большего представляю, как работает эта система, ее плюсы и минусы. И я действительно думаю, это вот стартап, который вы начали в прошлом году, что если правильно построить процесс обучения и правильно использовать технологии IT в этом процессе, то похожих результатов можно добиться за 9-12 месяцев. Но это интенсив, это как бы курс на выживание. Друзья, спасибо большое за вопросы, спасибо, Александр. Давайте похлопаем.